Нормальная гравитация? Окей. Это нормально. Теперь уже непривычно. Теперь ускоряется, как не знаю кто. Я просто поставил. Что? Бля, теперь неудобно. Просто оно слишком резко получается, этот ускорение. Смотри, как красиво. В девяточку. А, прыгу чуть мяча и чё высокая, поэтому так. Блять. Ещё, да нет, ты гравитацию какую-то высокую слишком поставил. Нет, гравитация стандартная, вот прыгучесть ему... То есть, блять, гравитация стандартная, ты посмотри, ты, блять, прыгаешь, как не знаю кто. Нету такого в обычной игре. Врет. Ноуп. Ну и X10 это, конечно, прикольно. Спид. Блять. Я пытался. Спасибо. За что? Блять, насколько можно? Итак, что у нас тут? Блять. Нет. Блять, почти. Я еще тебя так грациозно выбил от мяча. Ноу! Блять. Нет! Я умею это. Нани. Это 9? Нет. Блин, slow motion вообще капец, как круто сделано. Спасибо. Ты попал по мячу? Нет. Воу-воу-воу-воу, епой! Right now, you spin me right now, baby, right now. Ярик, я знаю, как делать игру еще угарней потом. Кубик? Не надо. Нет, 4 на 4 плюс боты. Ну, это когда они приконнектятся, если они будут играть. А, ты имеешь в виду боты, а я думал наши достопочтенные господа дотера. Сорян. Ты охерел? Ты сломал мне. Это бизнес, пацан. Ты мне не пучку сломал. Заебись. Все бы отдал за эту способность, чтобы она была безграничной, чтобы мы уничтожали друг друга. 3 секунды, блядь, чтобы... Чтобы перк заюзать. Твар. Это было не Hero War Here, а... Ёбаный в рот, да как так-то? Это не все было близко. Не смей. Нет. Зато эпично. Как это было? То есть я тебе в ворота почти. И оно в мои ворота улетело. Забейся. Нет, не надо так. Молодец, Ярик. Погнали за мной, мячик. Роуп эскейп. Нет, вот только этого мне не хватало.
почти. Почти, нет. Почти. Тут явно не хватает разрушений. Это что тебе, Mad Max? Шах и мат. Разрушение не в плане кассовой прибыли. Ну, вау, можно было просто стэткома сюда позвать. Со slow motion вот этот торнадо вообще капец как круто смотрится. Нет! Чёрт! Я бы мог зафризить мяч, но я случайно нажал на L1. Это... No. Это счёт. А он зафризился, по-моему, в последний момент, там видно жёлтый этот. Синий отблеск. Не, я не успел нажать. Окей. Чё ты не ударил в свои ворота? А, блин. Он реально слишком прыгуч. Окей. Падло. Как же я вовремя... Я бы мог... Как же я вовремя это сделал? Я бы мог его спроектировать под... Ворота твои. Но всем даются вторые шансы. Ну! Ну! Куда ты летишь, блядь? Ты видел? Я спас ворота технически. И... Блядь, ну ладно. Я батя этого сервера. Ну, блядь, ну мог бы забить для баланса сил. Показать, что не только ситхи возводят все в абсолют. А я пока что улетаю на другую планету. Настройки матча. Настройки мутатора. Максимальная скорость мяча была сверхбыстрая. Теперь по умолчанию. Масса мяча легкая. Прыгучесть мяча теперь по умолчанию. Давай консольщик врубай. Сейчас. А чё ты клуб свой удалил? Нахуй он мне был? Ну ладно. Нельзя же в друзьях, к сожалению, добить. Ты, блядь, тупой кросс-платформ. По-любому, блядь, Sony попустит свои... Готов нахуй. ...своих нахуй. Псов консолей и сделает харакири PlayStation 2. Такому тому ролику, который... Ты меня опозорил! Какой нахер PlayStation 2? Ну, там, короче, ролик был про PlayStation, что-то типа мультика. И там, короче, приходит этот дед седой, PlayStation 2. Белые раскраски. Не, и... PlayStation 1. Ты опозорил меня! Или что-то типа этого было, или я ой, PlayStation 1 был белый, а второй вроде в черный. PlayStation 1, да. Ну, он был в серый. Я, кстати, опять искривление забыл. Искривление звоночника. Я не знаю, типа... Мне кажется, будет такая херня, что... Хотя они... Подожди. По идее, сейчас Sony должна само собой просто-напросто конкурировать. Потому что не с кем. Смотри на это. Тут. Ты еще добил. Да, PS4 будет конкурировать. Надо написать, короче. О, бля, ты взрыву добавил? Больше экшен? Да. При касании. То есть, если я просто к тебе подъеду, то я тебя взорву. Иди нахер отсюда. Вот так, типа. Падал. Друга убили. Нет. Пошёл нахер. Одинаково. Нет! Во-во-во-во! Вот можно поподробнее с этого момента? Ну чё, ёбаное замедление тебя не спасло, да? Смотри на это! Я два раза проехал!
Блин, я бы хотел смеяться, как Нарица из Топ Гейма. Упс. Я назад. Блять! Ладно. Склоняюсь перед вашей волей. Надо было звук этого, либо Вильгейма, либо это... добавить. Не, короче, знаешь Михаила Нарицу из Топ Гейма? Nope. Он, короче, ржет как гиена. Ну я видел нарезки. Я старые нарезки с этим, как его? С Кулаковым? Старые нарезки с Rainbow Six Siege видел. Блять! Нет, давай. Я тебя сейчас взорву! Блять! Сука, как у тебя времени хватает, чтобы его туда добросить? Вот моя ошибка в том, что я сразу тебя не убил. Я врубил ему ульту и сразу тебя не убил. Ярик, оно не закончилось, когда... Ну, точнее, оно закончилось еще именно в момент, когда оно попало в этот... в поле вот это, при котором гол забил. Ты где? Разозлил ты меня, консольщик. Найн! 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 Я охерел! Ты мне магнит сломал! Блять! Хватит свои... А чё ты не взорвался, ты сука? Ты охренел! Я типа по приколу так фризанул. У тебя падает. Сука. С самого начала у меня была какая-то тактика, я ее придерживался. Пума! Падаюсь. Нормальная траектория не выбил. Будет прикол. Да. Блять. No. God, please no. Кто был геноцид? Мне дали геноцид. Ты знал, что такая хрень есть? Да, есть, но я только один раз за все время ее совершал. Это, короче, я не нужно, пойму, наверное, очень много раз убить. Он работает в обычном режиме один на один. Просто геноцид 4 человек я совершал, по-моему, либо 3. У меня один он на аккаунте зачислен. Оп! На-най-най! У тебя был шанс. Мы все проебали, как в 90-х. Бум! Горилла Саунд на зуб. Нет! А ты издеваешься. А что ты хотел? Во-во-во, это было опасно. Сасна. Лети! Лети! ЖТ! ЖТ! Блять, сука! Блять, отвали нахуй! Ты сделал геноцид. Блять, давай, сука, притягивайся нахуй. Сука. У нас у обоих магнит был.
Вот тут вот сейчас вообще не смешно, блядь! Мне было ровно 0 секунд драйв-скилла. Блять, опять? Нет, нет! Окей. Не понимаю, как я тебя убиваю, но при этом сам не умираю. Читер? Ну, в принципе, чё, на блоке 4, блядь, да, появились, можно. Сука? Сразу принялся... юзать? Но... Блядь, ты это видел? Ну, хоть прикинь, так. Прикинь, я тебя впервые побил. Блядь, ну как это я не, блядь, ну сука, вырубил замедление это, ёб, блядь. Окей. Я делал вот... Всегда замедлен. Я понял тебя. Что? Всегда замедленно. Давай. У, сука. Давай, готовность, нажимай. А, бля. Не тупи. Кефирчик это святое. Ты это любишь делать, но не сегодня. Кефирчик это святое. Точнее, ряженка. Определись, кефирчик или ряженка? Как по мне, одна хуйня. Ты пидор. Нет. Ну, то есть, ты за синих должен идти. А-а-а. Давай. Это уже печеньки виноват. Что ты пидор. Блять. Знаешь, что самое смешное? Максимум эпичности. Не, я завязал в это время телепорт, ну то есть меняться местами в ту же секунду. Нет! У тебя что? Ты теперь суперудар делаешь? Гиперудар! No! Падло. Оно еще ускоряется во время некоторых атак. Слово motion выглядит максимально круто. У нас даже кажется, как будто больше времени на то, чтобы доехать от места до места. Тут-тут-тут, турудут, тут-тут, турудут. С тобой я на изи выполню достижение проехать 50 километров. На этой херне? Нет, просто хотя бы проехать. Ты платину хочешь? Мне аж... Да. Мне осталось а пару достижений. В первом... Если победишь в первом этом матче сезона. Без понятия. Но сезон это, наверное... Хотя нет. Это не то. Блять. Ну ладно. Блять. Я падаю. Но! Надо было еще тебя пнуть. Хорошее начало.
Геноцид мы, конечно, еще вкачаем. Сам в свои ворота, заебись. Я не рассчитывал на такой поворот. Нет, ты не забил сам свои. Новый поворот. Ярик, это я забил. Да я направил мяч, забей, я мог бы выбить его. Нет, нет, ты не коснулся мяча, я под тобой пролетел. Нет, я видел, что коснулся. Кто вин... Это норм. Слава, слава! Герой Гер! Героям слава! Блять! Во-во-во, блять! Куда пошел, блять, пидор? Удачный магнит завязал. Магнит? Мой юный подаван. Магнит, блять, мой юный. О, спасибо, кстати. Что? No. Что? Что, блять? Что? Я заюзал, сука, эти ёбаные шипы, они не заюзались. Я заюзал их во время смерти, похода. Охуенно. Ебать. Ты сам себе навредил, пацан. Я это вижу, сука. Это тот момент, когда я очень... зол на то, что я завязал способных. Блять. Бля. Ну в чем-то мы сходимся. Пошел нахер. Что? Я с помощью твоей способности даже. Да нет. А, ну да. Так-то да. Я еще хотел конец телепорт делать. Ну, поменяться в конце, когда ты летел уже. А мы ж кастомные карты можем с... А, подожди. Я приватные матчи с кастомными картами из Стима могу делать? Наверное. Ты охренел? Окей, судьба дает второй шанс всем. Поверь. Блять, я его проебал. И ты его проебал. Нет, я... Нет, нет. Да-да. Ноу. Найн. Найн. Сука. Судьба иногда дает третий шанс. Ну-ну. Но я его проебал. Ну-ну. Найн! Найн! У меня шипы! 14 секунд! Давай для равновесия я забью. Давай. А сможешь? Учитывая гравитацию. Ты же, блядь, химик, учитывая гравитацию. Ладно, я тебе помогу. Давай. 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 Забивай. 4. Ну, что ты делаешь? Я все исправил. Блядь, я не успел. Ты притянулся в этот момент? Я притянул его. Почему он тогда не подпрыгнул высоко? Потому что я нормальную гравитацию и все остальное сделал. Поставь куб для рофлов. Хупс? Куб. Зато будет видно, нет, куда он будет лететь с каждым разом. Так, нет, нету. Готов нажимать. А он сам нажал. Знаешь?
смешнее. Установитесь землю, пожалуйста, я сойду. Куб в баскетболе. Я шайбу вообще хотел поставить. Блять, почему ты с замедлением постоянно не поставил? А тебе что, понравилось? Да. Блять. Блин. Понимаешь, из-за этого ускорения ты проезжаешь тупо-напросто этот куб ебаный. Кстати, а я могу взять куб? Я походу не могу взять куб. Это тебе необычная игра. Окей. Предположим. Спасибо. Так как я джентльмен, давай поставим его, короче, на центр поля и начнем заново, блядь. Тут либо забить надо. Блядь, не трогай нахуй. Окей. Начнем же. Считай. Блядь. Ёбаный в рот, да как так? Ой, сука. Нет. Ебать. Но! Най! Да сука! Най! Ну же, блядь! Да ёбаный! Это не куб, это адская, блядь! Сундук, сука, как она называется, это, блядь, шкатулка дьявола? Ящик Пандоры? Да. Понимаешь, я забил в баскетболе кубом. Считай, что... Помощи торнадо, ну да ладно. War Thunder, может... У тебя скачан War Thunder, кстати? На что? Блин. Ладно, я тоже как бы... Завтыкаю. На что War Thunder? На нот. Протестить, вроде, да. Протестить потом эти, как его. Вертики. Они вышли? А я не знаю, кстати, надо проверить. Еще просто сказал, нет, что типа. Они будут, но когда, хуй его знает. Может, они уже есть. Найн! Ты ебанат, что ли? Почему? Прикинь, ты телепортировался и отменил мою способность. Вот пидор. Руши его так, как ты никто, блядь, не бросал. У, сука. Окей. Заебись. Да, блядь. Это будет долго. Что? Как у меня способность завязалась? Я же не юзал способность. Блядь, я прикинь, я нажимаю такую перчатку, и он тут... Из зоны действия перчатки пропадает, блядь, и в этот... В корзину падает. В следующий раз делаем еще гарни, но, наверное, это уже попроще будет. Шайба. Здесь. Шайба. Да. Во, сука. Я походу никогда не коснусь мяча. Куба.
Да дай мне коснуться куба. Да сука, ну... Да он уже упадет туда. Там, блядь. Что с тобой творится, пацан? О, господи. Признаю свое поражение. Ну, короче, я понял. Это надо делать так. Один гол забиваешь и просто-напросто ждешь... Точнее, не ждешь, а убиваешь своего... Давай, может, этот же режим только с замедлением? С замедлением и шайбой.